Всем привет! Сегодня приготовим чипсы из картофельного пюре. Я начинаю, а ты пока подпишись. Картофель чистим и отвариваем. Разминаем в пюре. Солим. Перчим. Добавляем копченую паприку. Немного оливкового масла. Перемешиваем. Формируем небольшие шарики. Выкладываем на пергамент. Сверху накрываем вторым листом пергамента. Стаканом формирую чипсы. Снимаем верхний лист. Отправляем в духовку 120 градусов вверх-вниз с конвекцией 1 час. Подаем.